И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И сегодня вот эти вот 4 раздатчика будут давать мне задание. Я должен нажать на любой рычаг. Вот давайте средний выберем. И нам выпала бумажка. И на этой бумажке написано: выиграй Fireball Fight. Ладно, заходим на RuhaiPixel. Вот он, ребята, наш любимый сервер. И мы к нему подключаемся. И все, ребята, мы зашли. И мне нужно зайти в дуэли. Кстати, кто не знает, Fireball Fight — это моя любимая дуэль, поэтому раздатчик, наверное, понял то, что, типа, самое важное, самое главное. Ух ты! Милаха. У него скин похож на мой. Немного. Прикольно. Поехали. Так, ой, блин, мне в ТГ пишут, надеюсь, вы не обратите на это внимание, на этот звук. Ну, поехали дальше. Чё тебе надо, а? Извини, няха, но я убью тебя. Блин, у него скин такой няшный, прям как у меня почти. Такой же желтый, мой любимый цвет. Поэтому и няшный. Блин! Это ужасно! Прикиньте, я сейчас не выиграю Fireball Fight, и задание провалится. Да не-не, я же могу второй раз сыграть. Ничего страшного. Я король сейва. Поехали дальше. Текс. Просто люто. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, просто. Просто отлично, великолепно просто. Нет! Это ужасно! Блин! Надо было мне рядом с кроватью быть. А я бы ему сломал так бы. Блин, не повезло, не повезло. Ну ладно. Пофиг нам. И, кстати, давайте сделаем немного все поменьше. Ой, ой! Извиняюсь. Давайте на двоечку. Не. Нам нужно дот убрать. И давайте гоп поставим на 0, а вот это вот поставим на 2. И на 2 еще. Блин, на 3 надо. Все, пожалуйста. Да, все, я поставил, как я захотел. Отлично. Все, теперь-то уж я выиграю. Все. Все, я сейчас выиграю. 100%. Мне очень удобно играть с этим прицелом. Вы бы знали, насколько. А я чё говорил? То, что мне удобно играть с этим прицелом. Блин! У него осталось одно хп. Ну ладно, без проблем. Как видите, прицел помог мне. Нет! Я сделал самое тупое действие в мире. Ладно, без проблем. Где он там? Короче, я не вижу этого чувачка, который курит табачка. Прощай. И задание выполнено. Все, эту бумажку мы тогда можем выкидывать нафиг, потому что мы это задание выполнили. Вон, пусть крипер взорвет. Следующая бумажка. Так, вот это вот мы сделали. Так, давайте Эники. Беники ели вареники. Эники, Беники, бац. Самый последний выбираем. Надеюсь, там что-нибудь нормальное и... Освой The Bridge. Вы серьезно? Ну ладно. Я иду осваивать The Bridge. Я иду осваивать The Bridge. Я иду осваивать The Bridge. Все, я не буду повторять. Я уже устал. Давайте, The Bridge Duel. The Bridge Duel. Блин, ну, надеюсь, вот для того, чтобы я его освоил, давайте просто не освоить Бридж, а давайте просто выиграй. Просто выиграть давайте я один раз попробую, и давайте напишем L The Bridge. И если что, будем это копировать. Ой. В смысле? Все, L The Bridge. Давайте и ждем, пока все зайдут. А если не зайдут, то будет другое задание, и это задание провалится. Аллилуйя! Чел нашелся. Давайте. Едем к Apple. И все! И давайте, полетели! Просто полетели! Все, первый гол забит! Нет! Нет, не забит! Все! Теперь забит полностью.
Кстати, Гэппл, наверное, есть не будем, потому что это трата времени немного. Тем более, оно мне всего 2 хп прибавляет. И... Слушайте, этому чуваку огромное спасибо. Он меня просто, блин, толкает к своей базе. Прям просто мне помощь делает огромная. Чел. Мы это за выигрыш не считаем. Мы это не считаем за выигрыш. Давайте. Давайте, МСГ. Все, 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 отлично, отлично. Чел зашел. Давайте, берем сразу на Гэппл. Блин, не получилось взять сразу на Гэппл. Ну, я хотя бы его успел съесть до начала катки. Все, отлично. Мне кажется, это очень лютейшая катка будет, и... Просто отлично. Я не знаю, почему чел не нападает. Блин, только не эти столбы. Вот как же меня бесит, когда чел делает столб. А, да? Он ничего не смог сделать, да? То есть он этот столб построил... Ладно, я вообще не знаю, что с этими людьми происходит. Я вообще не знаю, что с этими челами происходит. Что происходит, реально? Либо это я хорошо играю, либо это они играть не умеют. Поехали. Такс. А, он думал то, что я с этой стороны поле... А, ну да, так и есть. Ну, как бы он меня ничего не сделал. Блин, просто 4-0. Если он сейчас выйдет, то это я тоже за победу не засчитаю. Если все на последнем голе будут выходить, то я буду миллион раз выигрывать и проигрывать. И задание выполнено. Так, эту бумажку мы тоже выплевываем. Хочу, крипер. Так, давайте, давайте. У нас осталось 2 штуки. Давайте первую. Надеюсь, что-нибудь нормально. Сделай ватердроп. Я уже ведро подготовил и... Что-то как-то мало. А вот такая высота уже норм. Поехали. Не получилось. Я давайте ГМ0 подрублю. Давайте. Попытаюсь ГМ0 подрубить. Что? Все, отлично. Давайте. Вот прямо на тот блок мне нужно попасть и. Блин, не получилось. Пропустим! Ребята, если у меня не получилось сделать трудный ватердроп, давайте тогда сделаем обычный ватердроп. Вот, давайте, вот. Давайте вон на тот блок. Почему бы и нет? Вот, вон на тот, на который я прям показываю. Вон он. Поехали. Если у меня сейчас получится, вы должны подписаться. Я вот, видите, переключался миллион раз. Если у меня сейчас получится, то вы должны подписаться на канал. Ребята, обещания сдерживайте. Все, это задание мы выполнили. Давайте переходим в ГМ1. И последнее задание находится... Где? Вот тут вот. Надеюсь, что-нибудь нормальное? Пробеги на песке. О, вот это самое трудное задание. Вы тоже считаете то, что это какая-то фигня? И... О, с добрым утром всех! А не, оно наоборот упускается. Спокойной ночи тогда всем. Короче, давайте... Возьмем сейчас песок. Если что, я буду это делать в выживании, потому что... Я умру. Давайте... Попытаюсь это сделать. Берем песок и... А нет, за добрым утром. Так, давайте вот с этого блока мне нужно добежать вон до конца платформы. Если я не добегу, то я лох. И... Да! Я добежал! И серьезно? Давайте попробуем в выживании. Если это возможно, конечно, то...
Не, если это на самом деле возможно, я съем свой носок. Поехали. 3, 2, 1. Попытаемся! Не, еще раз. Подождите. Я просто не настроил палец. Давайте. У меня палец должен просто очень жестко нормал кликать. И, пожалуйста. Да, я пробежал. Если вы думаете, то, что это легко, то пишите мне в комментариях, то, что это легко. Вы будете неправы. И, как видите, я освоил все 4 навыка. И, надеюсь... Вам понравился данный видеоролик, ведь я снимал его очень долго, а на монтаж еще больше уйдет, поверьте мне. И за мной охотится какая-то бабка! Всем пока!